Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia 10 Mark III. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить рингтон. Открываем приложение настройки, затем пункт звук, затем нажимаем сигнал вызова для сим-карты 1 и выбираем нужную нам мелодию. У меня ничего не звонит, я не мог понять, в чем дело, а у меня был включен режим «Не беспокоить». Логично, собственно. Итак. Вот, например, такую мелодию хочу установить, нажимаю ОК. А на вторую сим-карту я могу, например, установить мелодию, скачанную с телефона. Скачанную на телефон. Внимание, музыка скачана со Spotify или YouTube Music не считается. Это должна быть должен быть файл, который физически есть на вашей памяти. В формате MP3. Нажимаем «Добавить рингтон» и из проводника выбираем, нужно там из загрузок или же просто из диска. Чтобы открыть весь диск, нажимаем «Показывать скрытые файлы». Затем выбираем наш телефон и ищем то, что нужно. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!